Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, приветствую вас на канале «Канадская деревня». А в этом видео я хочу всем дать видеоотчет такой маленький от Джуна. Вот она у нас 3 недели в хозяйстве, сегодня ровно 3 недели. 3 недели мы лечим фиброз. Фиброз в имени, фиброз одной доли. Вот задней, вот этой вот доли. Еще раз хочу напомнить, те, кто не знает, мы Джуна купили на аукционе, купили не глядя, купили из милосердия. А потом оказалось, что у нее фиброз в имени и плюс мастит в другой доле. Лидазу я не нашла, я уже говорила, лидаза в этом бы случае помогла и рассосала бы этот фиброз, затвердение этого в имени, этой доли, но... К сожалению, я ее не нашла, у нас в Канаде этого нету. Еще я нашла, что она абортировала ребенка, я уже это говорила. Она очистилась хорошо, все нормально, теперь будем ждать ее охоты. И плюс ко всему я обнаружила кисту. Кисту вот в этом вот соске, внизу в соске. Ну что я делаю? Как вы знаете, антибиотики я уже закончила делать. Уже давно закончила. Я хотела отослать молоко, вернее, отвезти молоко нашему ветеринару, чтобы он отослал в университет, в Guelph University. Но, к сожалению, сложились непредвиденные обстоятельства. Машины у меня не было. Одна из машин наших поломалась, и мне пришлось отдать сыну, так как ему нужно ездить на работу. У него машина поломалась, я отдала ему свою, пока его починится. Ну, вот так вот. Так что я не смогла завести молоко, а муж трак забирает на работу. И получается, что эта неделя он все работает. В пятницу и выходной. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, он выходной. А у нас как раз канадская Пасха, и поэтому молоко я завести не смогу. Ну ничего, на следующей неделе машина уже будет готова. Это опять же Honda поломалась. Нам везет прям с этой Хондой. Такое дело. Значит, на следующей неделе постараюсь завести, и уже там будем плясать, что у нас осталось, что у нас есть, чего у нас нету. Но корова себя в целом чувствует хорошо. Немножко она худоватая что-то, но, вы знаете, пополнеет. Единственное, что меня сейчас наводит на мысль такое. Ну, конечно, я понимаю, что Люся тоже у нас не толстая, но что-то меня наводит на мысль, что может у нее вот эти вот йони из дизист. Но это надо проверять кровь. Попробую я своего ветеринара уговорить, чтобы он пришел и взял анализ крови и хотя бы ее там посмотрел. Но вес она почему-то не набирает. Хотя кормлю ее, она ест очень-очень много. Но молока она так много не дает. 4 литра с одной дойки и там 1,5 литра с другой. С двух доек, я имею в виду, 4 литра, и там 5,5 литра. 10 литров в день она дает, но дело не в этом. Дело в том, что она худенькая. Так, что я вам хочу сказать. Я массажирую вымя 2 раза в день. Первую неделю я массажировала вымя 4 раза в день и сдаивала ее. Сейчас я массажирую вымя 2 раза в день и также даю 2 раза в день. Вы видите, Сонечка... Доет 2 передние дойки, заднюю она не трогает. 2 задних, 1 не трогает. В одном вообще ничего нет, а во втором молоко идет очень и очень медленно. У нее там киста, и я ничего не могу поделать с этим. Я массажирую эту кисту, но приходится выдаивать, и выдаиваю ее около 10 минут. Это такое дело. Это дело поправимое. Надеюсь, в следующую лактацию у нее будет все хорошо. Но доли, я вам хочу сказать, вот от массажей доля, конечно, становится мягче, гораздо мягче. Это, вы знаете, долгий очень процесс. И после 3 недель массажирования заметить, что у меня начала эта доля стала мягче, это, конечно, знаете, радостное известие. Еще мы все не победили, как говорится, еще нужно массажировать. Не знаю сколько, но сколько надо, столько будем массажировать. Такие вот дела. Думаю, покажу вам Джуна. И отчитаюсь. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч!